У нас ночью прошел на острове Самуил очень сильный дождь, проливной. Ветер очень сильный, оборвало даже провода. А провода здесь находятся очень близко. Очень. Вот уже лестницу привезли для работы. Вот так вот провода висят. Как паутина. Вы посмотрите, у нас в России такого нету, чтобы вот так провода пучком. А здесь, пожалуйста, вот уже и ремонтируют. Прямо на провода положил. И работает. Сейчас он спускается. За инструментом. Переносит лестницу еще в одно место. Электрики нужны везде и во всех странах. Вот он поднимает провода. Рядом прям бананы. Пожалуйста. Все делает. Работает. Чтобы был свет.